Записываем все. Большой привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Извиняюсь за такое сумбурное видео, просто очень хочу поздравить вас с Новым годом, пожелать вам всего самого лучшего. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы провели со мной этот год. Вы меня очень поддерживали, некоторые меня критиковали, но несмотря на все это, я считаю, что я стала лучше, хотя у многих людей, конечно, это вызывает сомнения. Кто-то считает, что я стала хуже, там, ну, бог нам судья. Вот, хочу вам пожелать всего самого лучшего. Хочу пожелать девушками... Хочу пожелать девушками... Простите, время... Час ночи, холодец, заливное, оливье, кальмары. У меня просто уже голова не очень соображает. Хочу пожелать девушкам, чтобы вы не забывали, что вы женственны, потому что, к сожалению, у нас такой мир сейчас жестокий, что у нас девушка должна делать просто все. Просто все, быть мужчиной и быть женщиной одновременно. И, к сожалению, иногда девчонки об этом забывают. И я понимаю, что не всегда легко быть женственной, особенно когда ты тащишь 15-килограммовые сумки из магазина. Ну, невозможно просто физически одеть шпильки, юбку и так далее. Но постарайтесь найти человека, который будет таскать вам эти сумки, и которого вы будете любить, и который будет любить вас, и который просто не будет позволять вам так себя напрягать. Вот. Я хочу, чтобы вы были красивыми всегда, каждый день. Не нужно думать, что есть такая вещь, как будни, а есть такая вещь, как праздники. Ну, не надо так делить. Ну, это мое личное мнение, да? Не надо так делить. Пускай каждый день для вас будет праздником. И даже если вы идете просто на работу, просто там, неважно, в женский, в мужской, в смешанный коллектив, старайтесь выглядеть хорошо. Ну, это не так трудно, не знаю, там, на ту же водолазочку одеть какую-то брошечку, блеск в глазах, блеск на губах, реснички с тушью, и вы уже выглядите прекрасно. Просто не забывайте об этом. Поменьше хмурых лиц, поверьте, от вашей хмурости не станет лучше ни вам, ни окружающим вас людям. Вас не окружающим, вас людям. Вроде правильно сказала. Вот, в общем, всего вам самого-самого лучшего. Девчонкам море косметики, тем девчонкам, которые любят минимализм, озеро косметики, но самый лучший, самый хороший, чтобы каждая коробочка, вот эта вот фуфырочка, которой вы пользуетесь с утра, доставляла вам огромное удовольствие. Просто тут недавно говорила с подругой, она мне не очень любит макияж, она, ну, очень спокойно к этому относится, не так, как я. Она говорит: Вероника, ты не представляешь, так здорово, вот я закончила институт, теперь я могу позволить там себе лучшую косметику. И вот как приятно, что я с утра там пользуюсь всего лишь тушью, пудрой, блеском, но оно все такое красивое, оно так вкусно пахнет, у меня такое замечательное настроение от этого вот 5-минутного ритуала. Блин, девчонки, это реально здорово. И я желаю вам, чтобы вы нашли свои косметические фирмы. Потому что, на самом деле, все эти косметические бренды, это как бы, ну, на самом деле, это все бред. Главное, чтобы вот эта вот та самая коробочка, неважно, сколько она стоит, 200 рублей, 3000 рублей, это, на самом деле, это не так важно. Чтобы она просто доставляла вам огромное удовольствие, чтобы, вот, неважно, когда вы делаете макияж, с утра, днем, вечером, чтобы вы открывали свою косметичку, и буквально на 5-10, там, неважно, кто сколько красится, 15 минут, просто вот забывались и окунались в свой такой женский, женственный мир. Это реально очень здорово, потому что я отдыхаю, когда я делаю макияж, я думаю о чем-то великом, а уж потом можно хватать сумки, одевать удобные ботинки и идти в магазин. Вот, в общем, всего вам самого лучшего. Самое-самое-самое главное мое вам пожелание — это пожелание здоровья, потому что я в этом году сталкивалась с проблемами со здоровьем как у себя, так и у своих родственников, и я понимаю, что самое главное — это здоровье, потому что деньги, они появляются, когда у вас есть голова. Я уверена, что у всех моих подписчиков есть голова на плечах, и деньги вы обязательно заработаете, и друзья обязательно появятся после того, как у вас будет счастливое лицо. Вот. Ну, настоящие друзья терпят нас даже тогда, когда у нас не очень счастливое лицо, но это настоящие друзья. В общем, желаю вам быть более позитивными, пускай иногда вы это даже делаете через силу, ну, бывают такие дни, когда вот хочется пострадать, ну, пострадайте немножечко в одиночестве, а миру не надо себя такой показывать, это только во вред, это еще больше вгоняет в депрессуху, поэтому просто не надо. Вот, в общем, всего вам самого лучшего, здоровья, красоты, любви, замечательных отношений, чтобы ваша вторая половинка вас понимала, чтобы если у вас нет пока вашей второй половинки, чтобы она обязательно появилась,
И себе тоже желаю, да, всего самого лучшего. Вот, в общем, я вас всех очень люблю, спасибо, что вы есть, вы у меня просто классные, я вас обожаю, я люблю читать ваши комментарии здесь и в Твиттере, и вспоминаю наше общение на Блог-ТВ, постараюсь, когда будет свободное время, снова организовать такую Блог-ТВ-сессию. В общем, всех вас люблю, замечательного вам Нового года, завтра у нас трудный день, 31 декабря, когда все девчонки у плиты, вот, но... Просто не забывайте о себе, не забудьте сделать очищающую маску, потом сделать увлажняющую маску, сделать макияж, сделать красивую прическу, надеть новое или просто ваше любимое красивое платье, каблучки. И с счастьем, с лучшими пожеланиями, намерениями встретить Новый год. Особенно хочу поздравить тех девчонок, которые являются дракошами. Я, кстати, тоже дракон, поэтому этот год мой. Мне исполнится в этом году 24 года. И так как я верю во всю эту ахинею, типа гороскопы, года и так далее, я надеюсь, что будет просто потрясающий Новый год. Во всяком случае, у меня уже очень-очень много планов, очень много дел. И это здорово. Когда появляется много дел, понимаешь ценность жизни. Потому что когда сидишь просто на диване, и жизнь такая какая-то непонятная, вроде день изо дня один и тот же, как-то немножечко теряешь вкус к жизни. А когда вот много-много-много разных дел, это здорово. Это здорово, чувствуешь себя важной, нужной, ну и так далее. Вот, закругляюсь еще раз. Здоровья вам, счастья, всего вам самого лучшего, красоты, любви, море приятных впечатлений. Всего-всего самого лучшего, чего вы сами хотите себе пожелать. Очень вас люблю, надеюсь на наше общение в новом 2012 году, году дракона. Вот, всех вас люблю, спасибо, что вы у меня есть. Счастливого Нового года вам, девчонки. Пока-пока.